Так, котик орёт. Так, загружаем мультиплеер. Cross-saved game. Загружаю. Пароль восьмерочка. Пауза. Так. Ага, он зашел. Ага. Ага. Так. Видно меня? Ага, меня видно. Свет. Да, и так меня видно. Так, я вообще в панике, я не знаю, что делать. Патронов нету. Пушки все потеряли. Все потеряли. О. 4 пушки не хватает уже. Еще пушки поставлю. Так. Так. Оу, а отсюда я зря все забрал. Ага, делает, он делает. Давай, Ира. Нет железа, нету ничего. О, а это зачем мне нужно? Кирпичи поставил. А ладно, загрязним еще воздух. Давай. Пусть так будет. Так. Плотненько застрою. Ага. Печки. Печки есть. Сложная игра. Сложный режим игры. Я буду удивлен, если мы выиграем. Ну, нет, я не буду удивлен. Я буду рад, если мы преодолеем эти трудности со Стивом. Так. Сюда же. Так, провода. О, я уголь принес. 3 единицы. Ой, котик орет. Чинить, чинить, что-нибудь надо. Ой, я в кислоту наступил. Так, починим здесь тоже все. Так, починил. Починил, починил. А, в кислоту наступил. А, угля. А, стреляют пушки, я слышу. Дело серьезное. Так. О, хорошо, стены есть. Котика, вот так вот. Пусть ломают стены. Все-таки стены это не железо. Они не потребляют железо для строительства.
Железо нам самое критичное. Самый критичный материал. Оу! 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 А-а-а! Убегать! 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 А-а-а! Все ломают, сволочи. Все чинить? А я все чиню. Ну, все ломает, я все чиню. А, нет патронов. Нету патронов. А, патронов нету. Конкретно нет патронов. Вообще нет патронов. Зараза. Фу. Так, ладно, от этих мы отделались. Заново что ли начать играть? Что ты будешь делать? Какие они злые. Так, стены я еще поставлю. Больше стен нету. Не, ну стены их сдерживают. Просто надо больше стен. И там пушки надо поставить. Так. Угля. Бегут. А, бегут, бегут! Скорее ломать все. А, пусть ломают майнеры. А. Все, все, кранты мне. Мне кранты. А, помогите, помогите. А. Патроны, патроны есть. О, патроны есть. Я ремонтирую, все хорошо. Фу. Так, майнер сломал, гаденыш. Теперь стены. О, это сложно было. Так, это мне не нужно. Как удалить? А, вот так. Там оставлю стены там, где жуки прошли. Гаденыши. Ну, да. О, слава богу, стены есть. Так, ставлю печки. Будет уголь сейчас. Мне слышится, что они тут где-то есть. Жуки. Что, сломали бойлер? О. Я боюсь, что они на бойлер сейчас нападут когда-нибудь. Эти сволочи. Котик орёт бедный. Чё он там? Мяу, мяу. Не могу отойти, котик. Так. А паровое... Откуда у меня паровое? Паровое... Как он называется? Майнеры, майнеры надо поставить. Так, сюда майнер. Сюда майнер. Сундучок. Это удалю, это поставлю. Электричество есть? Электричество есть. Везде. Так, угля надо больше. Так, майнеры, майнеры.
О, автомат есть. Так, руду я добавлю. Да, есть еще. Уголь добавлю. Теперь майнер. Сделаю майнеров. 8 штучек. Что же, жуки ломают майнеры, я буду делать. О, гады, гады, гады. Так, я ремонтирую все. Меня отравляют. В меня плются. Сволочи. Я все буду ремонтировать, пока могу. Что-то сломали. Что-то сломали. Ага. Я хожу по кислоте. Спитеры сдохли. Ну что ж, мы со Стивом удержали оборону здесь. Гадкий жук. 75 здоровья, но как сложно его грохнуть. Фу. Так, починю стены. Так, у меня ничего нет, никаких ресурсов не осталось. А, майнеры я поставлю. Так, поставлю майнеры. Майнеры. Один сундук можно для двух майнеров приспособить? Нет, не получится. Так, угля, угля, даешь угля стране. Так. Так. Стену надо ремонтировать скорее. Пушки стреляют, я ремонтирую стены. Так. Так. Хорошо. Это я починю. Ага. Говорит, лучше стало. Ну-ну. Так, сейчас угля добавим. Так, что у меня есть? Деревянные сундуки я не буду делать. Железные буду делать. Вот, железо у нас пока есть. Так, сундук сюда. Электричество где-то у меня не хватает. Тут-то, тут-то. И здесь, а. Сейчас уголь будет. Так, теперь мне надо ремонтные наборы сделать. Железа нет, возьму. Так, майнер здесь надо поставить. Вот, сразу. Сколько у меня железа будет, смотри. 400. 400к. Что я хотел сделать? А, ремонтные наборы. Здесь 15, 20, 25. 30 ремонтных наборов. Ремонтировать что-нибудь. Да все ремонтировать. Патроны есть. Так. Так, ну более-менее защитили базу. На время. На какое-то. Теперь майнеры. Так, один майнер для этой печки добавлю. Так что конвейер рано ставить. Инвентарь полный. Хорошо. Да, все загружу временно. О, у меня есть пушка.
Только патронов-то мало. Ближе ставить надо. Стив, ближе патроны. Он все своей, свою палку гнет. Пушки надо к стене вплотную ставить. Нет, он считает, не надо. Надо вот на расстоянии в 1 метр ставить пушку. Башню защитную. Так, столбы сделаю. Столбики. Так, дерево. Порублю. А я не могу. А вот. Дерево нарублю, которое доступно мне. Сделаю провода. Все, нет доступного дерева. О, что-то сломано. Не бойлер, только не бойлер. Бойлер! Бойлер, бойлер! Защитить бойлер! Поздно. Поздно! Все, кранты нам. Патроны есть? Я за патронами. О, у меня 7 патронов, как шикарно. Хе-хе-хе. 7 обоим. Везде нападают жуки. Так, что потеряли? А, жуки сломали стену. Не нужна надпись. Да, я отошел, ничего не ремонтирую. Ломают стену, я пойду за стеной. Стив там разберется. О, стену ломают. Ай, пушки сломали! Кошмар, печки ломают. Печки ломают. Где стены? Так, стены есть. Сотня. Вот, вот, вот. Средние битеры сильны. Уже с ними 1 на 1 не справишься. Так, что мы потеряли? Пушки, стены. Че, пушки все потеряли? Я в шоке. Сломали стены внизу и прошли. Починю. Давай, Стив, сделай что-нибудь там. Эволюционировали жуки очень быстро. В средних были маленькие, потом средние стали. Пушек надо здесь поставить. Так, на севере пушки есть. Пушки. Так, наберу железо сейчас. Так, сюда майнер. Угля. Чё? Чё не работает? Чё не работает? Я понимаю, чё не работает. Где-то поставил майнер. Так ставить. Майнер и сундук. Железный. Так. Так, в сундук будет попадать руда, либо что-то другое. Так, что мне сейчас надо сделать? А, печку поставить. Печки что стоят? Не уследил я за печками. Что отсюда я забираю? Руда есть какая? Да есть, ага. Руда какая есть. О, у меня железо. У меня много железа. Что я из него буду делать теперь? О, ремонтировать надо. О боже, толпа какая. Жуков. Стены надо ремонтировать. Спитеры плюются. Стены ломают, если сломают стены. Все. Они сломают все нам.
Все. А. Ой. А, все, надо ремонтировать. Я в кислоту наступаю. Все, надо ремонтировать. Какой кошмар. Все, выдержали. Еще одну волну мы выдержали. А в кислоту наступил, а. Хорошо стены были. Какой кошмар. Так, патроны я поставлю на строительство. 300 по 300. Обоим. Все железо трачу. Все железо уходит на оборону. Это ужасно. Так, стены. Стены. Стен мало. Бойлер надо защитить. Не можем защитить. О, наука у нас идет вперед. Так, сюда закину. Так, сюда стены поставлю. О, сколько было жуков. Толпа была жуков. Там, где трупы, где трупы жуков, надо ставить стены. Так, сколько мы убили? За последние 10 минут. Жуков. Так. Средние битеры. Много. Спитеры появились уже. Плюющиеся гады. Толпа какая. 200 жуков. Убили мы сейчас. Так, пушку. Ай, это мне не надо. Не знаю, как они тут оказались у меня. Эй. Вот так. Все равно патронов не хватит. Так. Они будут отстреливаться. И жуки будут их мочить. Так, соберу железо. Пока волна не пришла, жуков. Да, все вдвоем сложновато. Может быть, надо вот третьего где-то найти. Но мы не найдем третьего игрока. Потому что сложно все-таки состыковаться. Даже вдвоем сложно найти общее время. Может, для троих найти общее время проблематично. В десятерне будет. О, рубит дерево. О, пушки есть. Стены есть, пушки есть. Так, я делаю патроны пока. О, а тут что? Ремонтирую. Срочно. Ремонт, ремонт, ремонт. Ремонт всего. Ремонт всего. Стены ремонтирую. Пушки стреляют, я ремонтирую все. Гады. Обходят стены. Толстые. О! Пушку ремонтирую. Патрон. А, там нету. Там нет патронов. Теперь есть. Я отремонтировал. А, скорее, скорее патроны. Стены, стены ремонтировать скорее. Оп! Гаденыш. А этих я стреляю, эти маленькие. Опа.
Чё, бойлер ломают, да? Нет. Майнер ломают, медь ломают, да и фиг с ней. Медь не так важна. Меди много не надо. Железа надо много. Медью мы не стреляем. Ну ладно, пойду и я. Стив ушел оттуда. О боже. Гады, гады, они сдохнут. Так, я ремонтирую. Что с медью делать? Медь всю потеряли. Так, что у нас тут? Ага. Чё там? О! Ага. Говорит, улучшаем урон. А чем сюда печка? Так, пушки тут были вообще? Да, пушка была. Была? Да сплыла. Ладно. Я собрал кое-что. Медь я собрал. О, патроны я наделал. Стратил все железо. Наделал патронов. Так, теперь я сделаю больше майнеров. У нас есть энергия. Нам нужно больше ресурсов. Быстрее надо отсюда добыть. Майнеры. 10 добавлю. Печки. 12 печек будет. Чё пишешь? Не успеваю прочитать. Refill turrets. Да я их refill. Я их так и делаю. Где? Все невозможно. А вот здесь надо улучшить. О, так. Так, два слоя стены. А, ломайте, ломайте. Стив делает еще стены. О, надо починить, надо починить. Патроны заканчиваются, а я делаю. Так, сделаю я майнеры. Майнеры делаются. На остальное железо буду делать патроны. Не могу отойти. А, жуки, жуки. Ремонтировать надо все. Ух, сломали. Я не успел подойти. Патронов нет. Боже мой. Пушку ту сломали, где патронов была у меня сотня. Убивать всех. А, у меня. А. Так, ладно, я поставлю здесь пушки. Может, что успеем сделать? Ой. Боже. Да, стены хорошо защищают. Помогают. Я делаю майнеры, простите. Патроны не могу делать сейчас. Ломайте, ломайте стены. Ага. А, стену сломали еще одну. Гады. Ничего, пушка вас всех расстреляет. Так, я буду стрелять потихонечку. А, стену ломают.
А я ее починю быстренько. Так. Всех убить. Подонков. Сейчас я починю. Окей. Так, стены у меня есть. Сейчас починю эти стены. Стены я починю. Приготовимся к следующей волне жуков. Гады, жуки. Так, стены строим. Что ломают? Все, бойлером крендец настал. Все, бойлеры попались. Как мне тут выйти? Конечно, рано или поздно. Где пушка? Пушек. Я там поставил пушки. Все мы потеряли, мы все потеряли. Энергии нет. О, жуков немного, слабые. Я поставлю стены, вот они страшные. Плюются кислотой, сволочи. Они плюются кислотой, они плюются кислотой. Я убегаю, все, они меня сейчас убьют. Сволочи. Пусть типа от них убегает, а я их буду расстреливать. Получится? О, пушки. Так, справились. Энергии нет. Угля нет. Уголь весь сломали. Что делать? Железо, сейчас соберу железо. О. Так. Фу. А, жуки нападают. Так. Так, он там рыбу ловит, наверное. Что он там делает? Все потеряли, все разрушили нам. Ничего не осталось. Капец. Помпа. Три бойлера. Это крындец. Так, бойлер. Раз бойлер, два бойлер, три бойлер. Сундуков нету. Есть. Как раз для каждого бойлера по сундуку. Раз тебе, два тебе, три тебе. Инвертер раз, инвертер два, инвертер три. Труба. Так, теперь генераторы паровые. 15 штук можно ставить. 2, 3, 4, 5. Подведем провода. Что-то ломают нам. О, кажется, время сдаваться. Майнеры сломались. Я не успею. Труп нет у меня. У меня труп нет, и железо все закончилось. О, трубы есть. Хватит мне этого количества труб. Должно хватить. Автосохранение. Угля добавлю, не волнуйтесь. Так, сюда уголь нужен? Наверное, не нужен. Так. Все. Кое-какая энергия есть. Ближе сделать.
Окей, я сделаю ближе. Я сделаю ближе, как смогу. Оуч! Куда ж ты? Ну а трубы-то вести? Трубы как вести будешь? Отсюда должна трубы заводить-то. Эх! Ай! Подземная. Ладно, я подведу трубы подземные. Все потеряли мы. Ай, кошмар. Хоть заново играй, блин. Безнадежно. Все. Вы все потеряли. Помогите. У меня 169 патронов. Потеряли все пушки. У меня стен нету. А я в лес зайду. Буду их из леса расстреливать. Переиграть надо. Не успели развиться. Да. Другую карту хочет. Окей. Все потеряли. Все красное у нас. Все потеряли. Кошмар. Сколько играли? Сейчас я посмотрю статистику, оживу. Сейчас воскресну. А сколько часов прошло? Мы играем всего лишь... 4 часа. В общем, проиграли за 4 часа. Ну, долго мы сражались и долго развивались. Неправильно, конечно, ошибки были. Все. Сохраняться не буду. Так, play, multiplayer, this new game. Так, Dead World. Опять. Так, новое зерно. Нажал кнопочку. Это все по умолчанию. Скриншотики сделаю. 4 скриншота. Пароль. Тот же, 8 будет. Ну, резюме. Так.
Где уголь? Где уголь? Помоги, помогите. Покажите уголь где. О, боже мой! Все ресурсы у нас вместе. В одной куче. Так. Фантазер. Броня нужна. Сначала. Сундук. Я сделаю сундук железный. Ну давай. Попробуем твою стратегию. Так, уголь сюда. Печки пригодятся сюда. Окей. Ну-ну. Хорошая позиция, говорит. Но мы посмотрим, как она нам поможет, наша оппозиция. Оппозиция. Так. Но-но-но. Но-но-но. Нужно исследовать, говорит. Чего там исследовать? Все так, М нажал, все видно. Что там исследовать? Жуки появятся минут через 10. Есть время. Ну, давай, ты исследуй, а я буду выбирать исследование научное. Пушки, пушки или стены? Пушку или автомат? Это 10, это 10. Автомат. Машин ган. Ага. Нет. Так я поставлю. Пока мой друг исследует территорию. Я вот так сделаю. А. И печку поставлю. И уже у нас будет железо. Для электричества. Электричество ближе. А, да. Надо, наверное, еще майнер все-таки сделать. Пару майнеров. Да. Придется майнеры сделать. Еще. Так, из чего они делают? Из камня. Ночью камня не видно, где камень. Не вижу камень. Сейчас я соберу камень, сделаю немножко майнеров, которые будут работать на угле. Потом сделать труб, подвести бойлеры. О, что это? Камень. Так, печки есть, бойлер-то я могу сделать, но надо майнеры. Так, майнеры, два есть. Угля полно здесь, здесь угля маловато, добавим. Майнеры. Поставлю пока на уголь. На уголь поставлю. А, я сделаю, пожалуй, сундук из железа. Чё говоришь? Чё говоришь? Что ты имеешь в виду?
База. Хочет подвинуть базу. Какую базу? Куда подвинуть? Где ты видишь большое много железа? Мы не сможем. 200 тысяч железа у нас, конечно, не хватит ни на что. Так, сейчас нападут, будет тебе рыбка. Да, железа нет. Нет, ну добавим. Ну, как поставить метку? В черной зоне нельзя метку поставить. Так, здесь угля нету. Добавим. Так, я сделаю сундучок из железа, еще один сундук. О, у меня есть, что я их делаю. Еще майнеры. Чего не хватает? Железа не хватает. Ага. А на тебя напали на него. Хе-хе-хе. Убили. Ну и чё, ресурсов не потерял. Подожди, подожди, я там посмотрю сейчас. Так, дерево вижу. Да, не повезло. Тяжелый случай. Медь 400 тысяч. Нет нигде железа, я в шоке. Куда нам распространяться? Тут вода. О! Где вода? Там нет жуков. О, лес. Нефть. Черт побери. Не хочется играть по эту карту. Ладно. Сохраню это. Ага, он вышел. Окей. Ладно, начнем новую игру.